переходить на зимнее время. Вопрос целесообразности перемен. Возвращение к прежней системе. Мы еще раз проанализируем, как работает ранее принятое решение. И после этого, чтобы без спешки все это было, без суеты, будет принято решение окончательное. Но оно может быть принято и на уровне правительства Российской Федерации. Я думаю, что это будет самый корректный способ решения этой проблемы. Жан-Клод Юнкер, в свою очередь,